Днепр первым в Украине запускает Невизор – интерактивную карту анализа состояния дорог. С помощью этой системы горожане смогут оценивать состояние дорог и просматривать всю информацию о них. Интерактивная карта анализа состояния дорог Невизор разработана украинскими специалистами из Ивано-Франковска. Сервис имеет веб-версию и мобильное приложение. Программа позволит привлечь к контролю над дорогами большое количество жителей нашего города. Каждый неравнодушный сможет помогать мэрии следить за состоянием дорог, используя собственный смартфон. Чтобы интерактивная карта Невизор содержала более подробную информацию об автодорогах города, ее объединят с электронной картой ремонта дорог, которая уже работает. Планируется, что в конечном варианте Невизор будет отображать индекс дороги, тип покрытия, дату начала ремонта, его стоимость, начало и окончание участка, имя, баланса держателя и тому подобное. Наполнением карты займутся специалисты Департамента информационных технологий мэрии. Пока на карту Невизор нанесено 480 дорог, находящихся на балансе города. В ближайшее время здесь появятся и остальные 80. Невизор позволяет оставлять фотографии различных участков дорог и комментировать их состояние. По словам специалистов, такая оценка дорог будет влиять на очередность их ремонта.